Всем снова большого и доброго голубя, дорогие друзья. С вами снова, как всегда, Андрюха. И сегодня я продолжаю делать эволюции моим героям. Сегодня я решил сделать эволюцию друиду. Эволюцию друиду. Естественно, повторка у меня есть. Это и карточки, хотя и кристалл героев очень мало. Нужна одна руна. У меня осталось, по-моему, 11 тысяч где-то. Да, 11 тысяч. Закупаем. Ну, сразу куплю несколько, но потом... И делаем эволюцию данному герою. Кстати, ЗП у меня уже нету. ЗП у меня уже нету. Нажимаем эволюционировать. В принципе, там не нужно проверять, сколько урон наносит. В общем, такие характеристики там. Хотя я на них даже, по-моему, ни разу не посмотрел. Легендарный герой в свое время. 263 книжки. И вот так вот он теперь у меня выглядит. Ну и по стандарту давайте сейчас... его начнем качать, собственно. На этом моменте я, наверное, и остановлюсь. Неплохой был герой в свое время, когда я им играл. Помню, когда он мне выпал. Было, ну, действительно было круто, но сейчас этот герой слабенький, но мне сейчас это все нужно для волны АА. Я вот так вот его качнул. Опять же, на 140-й, чтобы много значков почета не тратить. Ну и, в принципе, пока что все. Ну и на сегодня тоже. Если вам понравился видос, не забудьте его оценить, также написать свой комментарий. С вами был Андрюха, всем удачи и пока!